Привет всем, меня зовут Альтер. О. Сначала необходимо разблокировать iPhone. Вы находитесь на канале Check It Out. Меня зовут Альтер, и это прослушка. Группа Скриптонит оживилась. Ребята начали размещать различные каверы на старые песни Скриптонита. И вот он, долгожданный кавер на песню «Локоны». Многие знают, что я очень кайфую с песней «Локоны», особенно с лайв-исполнения ее на концертах. Она звучит очень круто, особенно когда там начинается такой рок. И вот мне интересно, какой же кавер будет от группы «Скриптонит», как они ее исполнят, и кайфану ли я. Давайте смотреть, слушать. Так. Мне нравится еще то, что освещение меняется у них всегда. Синты. Это самое такое нормальное освещение. Пока не очень мне нравится. Музыка приятная. Ждем продолжения. Мне подарю тебе верхняя. Короче, то, какие локоны на концерте, мне нравится больше всего. Но это еще не конец. Как-то странно, мне камера сместилась. Мне так понравится 360, так плавает картинка, прикольно. Ой.
Ну, что-то не знаю, ребят. Давайте посмотрим, что тут пишут вам. Спасибо, спасибо. Единственный, кого не зовешь бездарным рэпером. Ты хуеришь, хуеришь. Короче, музыка-то сама интересная, но что-то как-то исполнение мне не очень понравилось. Но именно то, как он пел. И не было того драйва. Ну, может, он и не нужен тут был. Не знаю. Вот, короче, что-то мне не понравилось. Я не знаю, как вам вообще зашел этот кавер, нет? Пишите комментарии. И на этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Такие вот лайки. Ну ладно, дизлайки тоже можете ставить, я не против. Всем спасибо, всем пока. Check it out.